Сейчас в непростое для экономики страны время власти Краснодарского края дают мощный толчок кубанским предпринимателям в развитии бизнеса. Принять участие в программе могут все зарегистрированные предприниматели, работающие в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Региональный фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставляет займы до 1 года на весьма выгодных условиях. Основным нашим преимуществом является то, что фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы на льготных условиях. Процентные ставки у нас минимальные. Для осуществления деятельности фонда микрофинансирования были предоставлены субсидии в сумме 250 миллионов рублей. Кубанские предприниматели, уже получившие финансовую поддержку фонда, отмечают оперативность сделки и выгодные условия кредитования. Кроме того, предусмотрены 7 видов займа, позволяющие подобрать каждому конкретному предпринимателю максимально подходящие для него условия. Чтобы получить займ на льготных условиях, нужно подать необходимый пакет документов на рассмотрение специалистам фонда. Более подробная информация на сайте фонда микрофинансирования Краснодарского края.